Всем привет, канал Indie Games Channel, я Денрагон, и как вы поняли, это пятая серия проекта Main Map Down. Итак, предыстория того, где я сейчас оказался. Я школьник-неудачник, который шел домой, провалился в люк и попал в канализацию. Да, история не фонтан. Но дело в том, что здесь на карте нет сохранения, то есть, разумеется, как в канализации, оно сохраняется, поэтому немножко карту я изменил, совсем чуть-чуть, поставил здесь кроватку, уже поспал, потому что я думаю, что дальше будет какая-нибудь по-любому жесть, потому что по-другому здесь не может быть. И давайте начнем. Какая вонь? Ну, возможно, правила без читов, блоки не ломать, но начнем. Ну, как думаю, это не считается за ломание блоков, это считается за самосохранение. Так, что странная колонизация, нигде таких не видел. Обычная колонизация. Стандартная колонизация в России. Так, что там? Когда же выйду отсюда? Телефон есть, почему бы и не позвонить спасателям? Но я не знаю номер, мне крышка. Идиот, как нельзя сдать, не сдать номер, блин, спасателей? Господи, позвонил хотя бы 02, блин. Ну, придумал бы что-нибудь. Да, кстати, кто не знает, звоните с телефона 112. Запишите на всякий пожарный. Будут такие познавательные серии Main Map Down. Ого, я не ждал увидеть это. Что видеть это? Опять лава, блин. Ого, лава. Нет, ого, лава. Так, лучше идти сюда. Окей. Ого, черт. О, черт, блин. Есть. Тренировки не пропали даром. Есть! Да! Самый сложный паркур в моей жизни. Так, дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это что же не. Это же плохо. Офигеть можно. Так. Аккуратней. Фух. Так. Так. Блин, ну, в принципе, нормально. Так, господи, куда я попал? Чёрт. Да, чёрт. Ну, будет как развитие сюжета, там, я не знаю. Что тут ещё будет интересного? Опять прыжки. Да вы-то задолбали. Так. Что-то написано. Да блин. Так, мне прыгать сюда. Ну ладно, прыгаем туда. Везде факелы. Эй, давай, утконос. Ну и что, опять прыгать? Да вот это... Так. Ну, будет что-нибудь еще интересное. Опять решетка. И куда мне дальше? Сюда, походу. Ого. Ого, да. И... Как-то я уже... Уныло стало как-то мне. Не, здесь ничего. Куда мне идти? А вот. Обожаю такие ступеньки, особенно когда их много. Еще ступенечка, да. Пожалуйста, сделайте, пожалуйста, ступенька самая нормальная, которую не нужно нажимать пробел постоянно. Выход. Выход. Ну, ну, давай. Там будет тортик ждать. Вот тебе, блин, и по люкам. А, вот тебе, блин, по люкам ходить. Все? Да ладно вам. О, господи. Я просто не знаю, что сказать, потому что...
как-то это дело было очень унылое, и даже паркур меня не растормошил. Так что, не знаю, даже и автор не представился. Вот собака. Ладно, в принципе, можно сказать, скачать карту, поизучать ее, но тут ее пройти там 5 минут делов. Даже, я не думаю, и то меньше. Минуты 3 пройти эту карту. Это был канал Games Channel. Делайте хорошие карты, обязательно их проверяйте. Я, Дэн Аргон, прощаюсь с вами. И покеда, до следующей серии.